к второму чтению закона. Российская академия народного хозяйства и госслужбы первой в нашей стране получила самую престижную в мире аккредитацию для бизнес-школ. Это положительно повлияет на федеральный проект «Экспорт образования», который направлен на привлечение иностранцев в российские вузы. Уже к 2025 году наши дипломы получат более 700 тысяч таких студентов. Россия в логике экспорта образования должна наращивать образование, экспорт услуг. И в этом смысле большие перспективы у нашей образовательной системы. И получение самой престижной международной аккредитации будет существенно способствовать притоку иностранных студентов, иностранных специалистов для обучения в нашей академии. Следственный комитет возбудил уголовное дело о геноциде.